ну что, так и будем круги нарезать? Давай хоть в магазине спросим. Они наверняка там всех знают. Может, и знают. Только потом и про тебя всем расскажут. Тоже верно. Может, прибавим, Серега, а? Да куда прибавлять? Прибавлю, вообще не доедем. Техника казенная, что ты хочешь? Все, хватит. Так весь бензин прокатаем. Здрасте. Здорово, коль не шутишь. А где тут дом Тереховых? А ты кто? Машина у тебя красивая. Не депутат часом? Депутат, депутат. А, коли депутат, тогда объясни мне, по что такая несправедливость? Я прошел две войны, а на победу мне не орден, а какую-то медаль сунули, а? Ну, так я передам кому следует. А кому передашь? Ну, прям президенту и передам. Это правильно. Абсолютно правильно. Так и скажи. Сержант запаса Крапивин Андрей Савич обижен, недоволен. Так где тут дом Тереховых-то, а? А ты передашь. Угу. А каких тебе Тереховых? У меня старуха покойная, царство ей небесное, из Тереховых. Ну? Вон там Пашка Терехов живет. Второй год мне... Тюрванец отдает. А там дальше Катька Терехова. Они недавно холодильник купили, так он сразу и потек. Вот. Ну. А вот там, Тонька, за железной дорогой, за железкой, к ней на дысь сеструха приехала в отпуск. За железной дорогой? За железкой Тонька живет. А дом у Тоньки какой? А зачем мне номер дома? Зеленый дом, второй от угла. Да я к ним сейчас и не хожу почти что. Второй? Второй дом, да. Ну, спасибо. Так ты не забудь! Не забуду! Не забудь! Слово депутата! Чего? Слово депутата? Обманет. Смешной дед. И где у них тут улица железнодорожная? Ну, видимо, там, где железная дорога. Я бы не догадался. Да. Ну чё, как договорились? Да, забираешь ее и в машину. Ну, я пошел. Ну, пошел, пошел. А не скажете, где улица железнодорожная? Так это тебе прямо до переезда. Ну? А потом направо и вдоль железки. Ага, запомнил? Ну, конечно. Все, поехали. Спасибо. Так, слушай, а тебе не Тоньку Терехову надо? Нет. Ольгу. А что, сеструху ее натворила чего-нибудь? Ты же из милиции. А как вы догадались? Да, вид у тебя справный, а машина не казистая, не то что у депутата. Какого депутата? Да так, проезжал один тут, минут эдак 10 будет. Тоже спрашивал ее номер дома, вот, говорит, депутат. А рожа у него бандитская. Спасибо, дедушка. И вам спасибо. А что же Игорь сам-то не приехал? Да у него что-то там не получилось, поэтому он меня прислал. А вы его сотрудник? Да, администратор. Угу. Ешьте, ешьте, вкусные помидорки.
все, поехали. Вы диск взяли? Он у меня в ноутбуке так и остался. Отлично. А я из огорода иду, слышу, вроде машина подъехала. Так это за тобой? Мне в город нужно съездить по делам. Когда ждать? Ну, завтра, наверное, с утра. Пока. До свидания. До свидания. Счастливого пути. Господи. А чья машина твоя? Ребят, что надо? Убери, мне отъехать надо. Ребят, вы кто такие? Денис, осмотри машину. Сумку брось. Брось! Ушел! Назад! Еще один! Вышел из машины! Отошел! Назад! Быстро вышел! Руки! Отошел! Руки на капот! Назад! Есть! Подождите. А вы что здесь делаете? А? Голову вниз! Голову вниз! А! Денис! Где диск? В ноутбуке! Thank you.